Проблема дефицита земель для создания многоквартирных домов в Барнауле не нова и постоянно вызывает много дискуссий. В этот раз территориальные сложности в региональной столице решили обсудить в кругу строителей. Сейчас основная идея специалистов направлена на комплексное развитие территорий. То есть в чем комплексное развитие территории? Это строительство не только жилья, как у нас сегодня планируется, а это будет строительство инженерных сетей, объектов, дорог и объектов соцкультбыта. То есть если сегодня у нас застройщик говорит, что я построил жилье, а дальше обязанность это муниципалитет, то здесь вопросы будут рассматриваться несколько поэтапно. В перспективе на 10 лет для комплексного развития подойдут район Потока и участок федеральной земли на северо-западе города. Площадь этой территории 917 гектаров. На половине из них можно строить многоэтажные дома. Их в крае последние 5 лет возводили с феноменальным размахом. Построено и введено в эксплуатацию более 63 тысяч жилых помещений общей площадью более 4,3 миллиона квадратных метров. Это больше практически на 50%, чем за предыдущую пятилетку. Повышается спрос и на квадраты. За этот год жители края заключили больше 24 тысяч договоров на ипотеку на общую сумму больше 72 миллиардов рублей. Притом максимальная, 1/7 часть от этого числа кредитов, пришлась на сентябрь. Осенний скачок обоснован резкими повышениями ключевой ставки. Из-за таких процентных изменений льготные меры поддержки стали особенно важны при взятии заема на жилье, утверждают в Министерстве строительства и ЖКХ края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.